Вот так наглядно военным продемонстрировали силу, казалось бы, безопасного патрона от сигнального пистолета и взрыв пакета, который имитирует разрыв ручной осколочной гранаты. На одной из учебных точек военнослужащим на практике показали, что будет, если не соблюдать требования безопасности при обращении со средствами имитации и холостыми патронами. Первая поверхность, это у нас будет такая же форма, которая на вас, на мне, соответственно, увидим, что с ней будет. Как говорится, оружие шуток не любит и ошибок не прощает. Все присутствующие могли убедиться, что холостой пластмассовый патрон оставил заметные повреждения не только на ткани, но и на листе железа и с легкостью пробил фанеру. За 2 дня таких занятий всему личному составу наглядно покажут и разъяснят, как вести себя в быту, чтобы сохранить жизнь и здоровье себе и близким. Традиционно данный период начинается проведением занятий по морально-психологической подготовке, где ставятся задачи на очередной период, подводятся итоги за первые полугодия. Задачи и цели нового периода обучения военнослужащим довели на торжественном митинге, посвященном открытию летнего этапа обучения. Традиционно с напутственными словами выступили представители ветеранских организаций, духовенства, а также руководители администрации, которые выразили благодарность всем тем, кто охраняет рубежи нашего города. Благодаря вам, сотрудникам института, научным работникам, испытателям была предоставлена возможность создания и совершенствования ядерного щита нашей страны, образцов новейшего вооружения. Нагрудные знаки, грамоты и ценные подарки вручили прапорщикам и сержантам, которые бдительно несли боевую службу и не допустили проникновения нарушителей на территорию важных государственных объектов и ЗАТО. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.